Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Только 15 июля привлеките в свою жизнь счастливую судьбу. Что вы можете сделать сегодня для себя? Этот день будет удачливым и положительным со всех сторон. Кто сегодня решит создать пару или заключить брак, можете быть уверенными, что ваша пара отличится особой прочностью и долголетием. Также этот день отличный для знакомств. Если вам повезет встретить вторую половинку именно в этот день, то это тоже хороший знак. Такой союз будет крепким, а ваши отношения полны гармонии и понимания. В этот день категорично запрещено оформлять кредиты или брать взаймы, поскольку этим самым вы запускаете отток финансового благополучия из своей жизни. А вот оплатить счета и возвратить долги – очень верное решение на сегодня. Таким образом, вы положительно повлияете на свою денежную удачу. Что касается рабочих моментов, то здесь все спокойно. Если на этот день вы планировали совершить какое-то дело, смело начинайте. Дела будут выполняться легко и беспроблемно. В целом, 15 июля – это очень хороший, мирный день, когда любые перемены будут только вам во благо. По возможности старайтесь не конфликтовать и не спорить с окружающими. Будьте позитивными и спокойными. Не принимайте на себя сегодня чужие негативные вибрации. Они не имеют к вам никакого отношения. В течение всего дня вы можете привлечь свою счастливую судьбу, а сделать это просто. Вам достаточно в течение дня повторять такую установку. Я счастлива и уверена в себе. Фортуна любит меня и меня сопровождает. Вот эти слова вы должны повторять почаще в течение дня. Проговаривайте по несколько раз, до тех пор, пока не почувствуете, что сказанное сопричастно вместе с вами. Также подобные этому дни способствуют обострению интуиции. Поэтому издавна в этот период было принято смотреть по сторонам и загадывать на будущее. В этот день вы можете получить ответы на свои вопросы. А сделать это совершенно просто. В течение дня вам достаточно задать про себя вопрос, именно тот, на который вы хотите получить ответ, который вас мучает, который вас тревожит. Обязательно в течение дня проговаривайте свой вопрос, а дальше следите за информацией. Возможно, вы сможете получить ответ. Случайно услышанная фраза, заголовок статьи в газете, а может быть просто случайно вспомнившаяся строка песни. Прислушайтесь к себе в этот день. Сейчас ваше шестое чувство точно не обманет. Вы обязательно в этот день сможете получить подсказку небес. Также очень хорошо сегодня оставить монетку под любым деревом. Считается, что вы запускаете процесс энергии и открываете перед собой счастливую судьбу. Главное помнить о том, что если в этот день ваши мысли чисты, а поступки не причиняют никому вред, то день принесет вам только хорошее настроение и возможности для улучшения своей жизни.